престола Твой, достойно благодарим Господа. Благословляй, благословящий Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя, сохрани, освяти любящие благолепие Дому Твоего. Ты тех воспрослави, Божественно, Твоей силы не остави нас, уповающих на Тебя. Мир, мирови Твоему дару, и Церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага, всегда совершен свыше есть. Сходя Тебе, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение, поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Пречистой Своей Матери, силой честного и животворящего Христа, честного славного пророка, притечи Крестителя Господня Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинограда Златоустова, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, всей России чудотворца, святых и праведных Бога Отец Екимиан и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Греховно обычаю, пригвожден бо и всем мой земным вещем,
Что сотворю невеем и кому прибегну, да спасена будет душа моя, токмо к Тебе, святые Анне, благодати Те заимените, яко Тя пред Господем по Богородице вем, больше быть рожденных всех, Ты бы сподобился еси, коснутись и верху Царя Христа, землю все грехи мира, Агнца Божия, Боже, моли за грешную мою душу, да пони отныне первый десятый час понесу тяготу благую и приму жду с последними, ей, Крестителю Христу, честные притечи, крайне пророче, первый по благодати мученича постника и пустынников наставниче, чистоты учителя ближней дружи Христу, тебя молю, тебе прибегаю, не отрени меня твоего заступления, но восстави меня падших и со многими грехи, обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, пониже, абы его начальник иси, крещение во мое грех, покаяние же проповедуй, в очищение, как гожда дел скверных, очисти в умя грехми оскверненного и понуди в нити, ама же ничто же скверно входит в Царствие Небесное.